А что там на повестке дня? Давай дальше. О, хорошо. А что же? Мешает, проехали. Это наши. Хуй разберешь, где наши, где враги, блять. Они сливаются, сука. Блять, попался, сука. Ебать! Что там происходит? Не, не вылезете, чуваки. Да как он туда проехал, ебать? А, с той стороны, блядь. Тут даже защитники написано. Я думал опять по-мавритански, блядь. Там не вражеский танк стоит. Он сгорешь, по-моему.
О, нихуя западня. Съебался. А, я думал, они с другой стороны подъехали, блядь. Блядь. Блять, отъезжай, чувак. Пизда мне. Не успел съебаться. Да ну нахуй! Как такое возможно? Сейчас подхилюсь. Я в эту хуйню попал, наверное, неубиваемый стол, блядь. Все, можно ехать. А, вот это подкосанный мной был первый, который... Хуясь, откуда хуяли? Охуенно. Докладывайте. Блять, этой игре очень не хватает русской озвучки. Пиздец, как не хватает, блять. Блять, патроны. Своего накосил, да? А второй же такой. Папа, пришел, да спеша погоняем, а чё?
Да уйди ты нахуй, куда ты под поле лезешь, блядь? Дебил нахуй. Аптечки не попадаются, блядь. Welcome, Lieutenant. Help yourself to whatever you need. Что дальше делать? Deliver radio to spotters. Я дико извиняюсь, я по-английски нихуя не понимаю, нахуй. Кто это? А, офицер. Немецкий, думал, я своего заебашил. Иди сюда. Junkyard now. Thank you, Lieutenant. This has been one hell of a day. Блин, заебальские танковые миссии прикалывают. Хорошие.